Всем привет, ребята! И вы на моем канале Губкубоб. Квадрат наш Дуниус. И я сам Губкубоб. Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Айзек. Давайте приступим. В прошлой серии мы победили Мега Сатану. И приступим к Хашу. Хаш — это очень сильный финальный босс, поэтому надо быть очень осторожным, поэтому он и активируется на самом сильном уровне сложности хард. Так, как мы нашим ломать предметы не можем. Да, ребята, у что-то не так. Все, давайте предметы нам дадите. Я пошло все-то. Ага, магнит. Че за... Давай огромного там заберем этого. Этого огромного дадите. Мне кажется, чем лапка мне больше пригодится. Что у него бывает? Фух. Там зато прислужника преследователя-то и нету. Оу, ребята, мы тут ща пропадем. О, тут целое нашествие пауков, ребят. Ребят, тут целое нашествие этих самых пауков. Да что такое? Муха, ребят, я не советую брать, это очень сложно. А, те мухи у нас пошли, офигеть. Ключ к Мега Сатане. Ага, ну нам это уже больше не нужно. Потому что мы победили эти Мега Сатану. Видите, ключа-то и нету. Мы в прошлой серии реально победили самого Мега Сатану. И мы уже как бы победители Сатан Эйдинг. В концовке Сатане. Концовка Сатана, как вы не знали, активируется в том случае, если вы собрали все фрагменты ключа и пошли по правильному пути к Сатане. О, ребят. Блин. Мы так попросту проиграем сейчас. Ну, у меня плюс одна жизнь. А, как пауки-то появились, алло?
Ага, вот этот вот спаунер пауков. Знаете. Ага, тут у нас какахи, это значит у нас босс, какашка. Ну все, лошары. Господи, какой. Как это сложно. Преследователь, только не это. Только не это, только не он. Это тот самый преследователь. Черт, черт, черт. Ну все. Ну тебе. Ай! Это что такое? Что за непривет? Ну что, друзья? Он теперь наш друг. Как же я люблю биение сердца, когда у тебя мало жизней. В скобочках и нет. О, ребята! Здесь надо ключом, здесь надо ключом. Потому что... нет! Нет! За что такое? Я же был так близок. Ну все. Еще мы захватим нужные предметы. Посмотрим, кто здесь главный. Вы это видите? Шкала набралась сама по себе. Вот это поворот. Фух, никого там нету. Отлично. Ага. Мы взяли поезд талисманы. Так, ребят, теперь надо убираться отсюда. Блин, теперь у меня никакого помощника. Зачем все ко мне пристают? Сшибись. О, спаунер. Это еще... Как я взорвался-то? Ребят, кошар. Ну-ка, составим. О, ребят. Колючики. Только где мои жизни? Где мои жизни? О, зато 9 жизней поймал. Зашибись. Что еще такое? Что это еще с моим ножом? Ага, плюс вот сколько коина. Офигеть. Динамит. Динамит. И что этот динамит делает? Взрывать нас? Я не понимаю. Нет. Мне кажется, ему не принадлежит. Кстати, как бы мы тут все нашли. Ага, это банка. Ага, свечи. Ого, 10 жизней. Да ладно. Ладно, берем вот это вот.
И нафиг отсюда. Давайте-ка вот это вот съедим, потому что... Ну и как раз... Это что? Секретный вход, ребят. О, заложенный секретный заложенный вход. О, ребят. Я какой-то теперь уязвимый. Так, ребят. Теперь я не кошар. Пин. Пин. Пинчара из пинчарских. А я... Как он нас убил. Чё за зашибись? Не пойму. А нас... Он как нас убил? Что-то я понять не могу. Как он нас убил? Мы его как-то смогли убить. Зашибись. А, еще один. Ага, это тот, которым мы сражались с Микосатаной. Да мы на те. Да ладно, да ладно. Просто поддайся последнее. Все, теперь что? Сама что-то не наполняется. Вы серьезно? Разработчики, ваши тут рыгающая жидкость не наполняется. Почему-то мы бьемся от нашей структуры. Есть! А, нет. Ап. Здрасте, я хочу это. Я теперь ангел. Ангел, ребят. Ага, и карточка. Ой, все, на какой мы половине. О, смотрите, как у меня нож летел только что. О, мы к продавцу. Ну чё, подвес, мне надо тут. Откуда у меня сердце? О, так вы... А вот это странно. А где тут у нас зверинец-то? Чертям с собачьим. О, ребят. О! Ребят, это еще что? И продолжить. Я... Это что за кайфоватый? Ага, наполняется. Я понял, понял. В чем дело? Куда я потратил просто? Битва с Хашем будет трудная. Трудная, жестокая. Трудная битва. Ой, что за фигня? Ой, что такое? Что это еще за преследование? Что за подстава? Ага, Джокер. Мы к сатане телепортировались.
Зашибись. Ну реально, кстати, мне телепортировались. Давайте-ка вот это вот возьмем, потому что я без сатаны просто не мог. Я без сатаны просто не могу. Это что? Помешанный какой-то. Ой-ем, Лэри Джуниор. На, вон. Лэри Джуниор. Ага, и тут сатана на... Нет уж. Не хочу на энку. Ты нам и так уже все про монстры арапал. Ну шо ж. Готовы взрываться на усрачки. Ох, столько присложника. Пора их всех тут сожрать. Во, ребят, не скач. Не скач, не скач, не скач, не скач. Не скач, не скач, не скач. Ребят, смотрите, с какими я рогами похож на сатану. Сатану полнейшую, теперь надо перо взять, чтобы выглядеть настоящей сатаной. Что? Ага, теперь у нас вот это вот камень. Окей. Хм. Чё за? Да офигели, мы сразу погибли. Мамаха. Мамаха нас убила. Здрасте. Вы что там спрятались? Буду. Так, теперь наш нож опять тут разрушает. Да. Минус в том, теперь у нас обычная жизнь. Да, нам нужно найти магазин, чтобы... нам синяя жизнь так. Если мы не найдем синюю жизнь, то все, просрали. Просрали тупо. Тупо на красных сердечек. Я нашел. Здрасте, продавец, мне нужны синие сердечки. О. Вместо перышка я это не возьму. Возьми. Ай. Потратил. Фух, ребята. Ага. Плюс одна жизнь. Наконец-то я нашел плюс одну жизнь. А это что за свинья копилка? Вы что будете сказать? Вы что скажете, что я буду хранить деньги в этой копилке? А! Моя голова! Офигеть! Что-то как-то неудобно теперь. Мы не ходим? Во, ребят, я не уязвим. Все, ребят. Уязвимость пришла. Ага. Давайте-ка 10 бомбочек. Вот это вот. Эй. Во. Плюс 5. И это. Не зря я стану сегодня смертью с косой. Ну что? Где тут у нас босс вообще? Я тут его ищу, ищу. А он как там? Надо еще и Краша призвать. Надо еще и Краша призвать. О! Пеп! Свинка Пеппа, на тебе! Опять сатана у нас включена.
Здрасте, чего желаете? Давайте-ка продадим красное на вот это. Термин у меня чё? У меня чё? А ничего. Ага. Он почему-то со всеми душами продает вот это. Эй, не против, если я сорву? Не, никак не узвать, если я его взорву. Что за фигня? Ладно, отправляемся в следующее. Ну чё, ребят? Почему-то у нас все вечные. Это враги. Я чё-то не пойму. То есть это у нас на... Это то есть на желание. Да-да. На желание. Желание, чтобы мы не умерли. А, это личный способ. О, ребят. Давайте-ка искать, что тут устроим, потому что, блин, у нас нет сердец. Дай-ка нам сердечко. Я только красное. Зашибись. Где нам взять синее? Ага, этот робот. Этот киборг может стреляться. Я понял. Блин, оказывается, эта способность не бесконечная. Эй, давай вылезай. А ну вылезай, давай. То есть, как я в радужном виде, ребят, вы... Моя атака обычно-то и не работает. Хитово. Где тут должен быть секретный я? Ha 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 ha
Вот. Смотрите, вот сколько у нас ключей. Но вам темно. Ребят, вот он. У нас так. Вот опять сатан. Вы что, тут там челлендж активировали? Я не знаю. Пельмени будешь есть? Саш, а? Пельмени будешь есть? Да буду. Выспался. Ребята, извините, что я задержался. Просто... Просто горшка. А кто-то долго очень. Кто-то еще я туда. О! Теперь у нас в команде прислужник преследователя. Давайте-ка еще и этих заберем. Все, теперь у нас в команде целая команда. Целое командище. Мы так сможем, наверное, и победить Хаша. Как только мы его и призовем. Я вообще только отмолюсь на тарел. Нет, меня не пустят Хашу. Ну, потому что у меня почти что нету подходящего ассортимента. Ассортимента у меня нету
подходящего. Вообще. Зачем печку-то не затапливать? Опять мать. Опять мать, ребят. Опять у нас мать. Мать. А где Хаш? Где Хаш? Алло. Мы что, Хаша, откроем следующим? Ага, наверное, после этой главы. Так. Послушаем. Ау. Зря, короче, к ним пошел раньше времени. Ого, все. Сколько их... этих младших просто. Барони и Джуниор. На вам, на вам. Это точно цель, точно цель. Ребят, Басяра. Басяра нас ждет. Это что? И должен желудок быть, а не вот эта вот фигня. Что за фигня такая? Ого, надо... да стоим стрелять? А где Хаш? Алло? Где Хаш? Ему что открыли? Ага, то есть после этого мы завершим историю на Хаш. На Хаш Эйдинг. То есть амальгамет у нас такой вообще тупой. Ага, он включается, когда мы заходим в следующую комнату. Я этого даже не знал, ребят. Так, заходим в каком-то из боссов. Ну так не призовем. Хаша. Ой-ой. Чё-то горелым пахло. Ага, синие сердечки. Хорошо. Главное не просрать на Хаша, а то Хаш очень сильный перс. И поэтому нам нужно быть поосторожнее. Потому что мы можем просрать целых 10 жизней. А то у него много жизней, ребята. Получите это. Все мы здесь сядя, давай думаем. И что? Где Хаш? Где Хаш, говорю? Где Хаш? Я что-то не понимаю. Ну ладно, давайте в небеса пойдем. Давайте-ка в небеса с Айзеком взорвемся. Ага, тут вот эти вот маленькие. Воронины. Бибигон, бибигон, что ты построишь, что разрушил, бибигон, бибигон. Я вас тебя. Повешенный тут еще. Ага, ну опять казики получается. Зашибись. Как Хаш это активируешь?
Как флеш это активировать? Я чё-то не пойму. Как флеш-то? Ага, теперь у нас настоящий. Ага, теперь, когда он вот это вот фазе, теперь он превращается в ангела. На тебе. Ну что мы откроем? Да, ничего. Концовку. Ладно, ребят, неудачный вызов Хаш у нас произошел. Если вам понравился этот эпизод, точнее, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В четвертой части, наверное, мы призовем Хаша. А знаете почему? Когда наберется 5 лайков, мы призовем Хаша. Так что держите кулачки. Всем пока.